День добрый, уважаемые коллеги. Я приветствую вас снова. Меня зовут Александр Шапшников, эксперт по испытаниям региона Север компании Сингента. Ровно 30 дней назад на площадке полевого города, находящейся в Пензенской области, был заложен опыт применения препарата Elatus Rhea. Напомню, трехкомпонентный препарат, зарегистрированное применение в том числе на яровом ячмене, в нашем случае это сорт Филадельфия, применение в фазу флаг-листа. И сегодня, спустя 30 дней, я предлагаю переместиться на поле и вместе с вами посмотреть эффективность применения данного продукта на пивоваренном ячмене. Едем в поле. Итак, коллеги, у нас есть два снопика, которые мы можем сейчас сравнить, глядя на них на столе. При детальном рассмотре мы можем видеть, что флаг, а им и под флаг особенно, что важно для ячменя, повреждены сетчатой пятнистостью ячменя. Вот так выглядит под флаг на контрольном варианте. И мы можем видеть подфлаговый лист ячменя на варианте Elatus Rhea. На мой взгляд, достаточно неплохая эффективность. Препарат себя показал очень-очень хорошо. Напомню, содержит в себе в своем составе три действующих вещества: пропиконазол, ципроконазол и из DHI молекулу салотенол. Эффективность, на мой взгляд, на уровне 90%. Применяйте Elatus Rhea. Всего доброго.